Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. И сегодня я покажу вам, как на данном устройстве изменить приложение по умолчанию. И для этого первым делом нам нужно перейти в настройки. Далее нам нужно найти здесь пункт о приложениях. Сейчас найдем приложение, так называется. И теперь нажимаем на выбор приложений по умолчанию. И здесь мы можем выбрать браузер, главный экран, звонки, цифровой помощник и так далее. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.